Крышка моя. Отмотки, крышка. Зина. Зина. Да просрал ты свою крышку. Зина, крышку. Отмотки. Зина. Зина, где крышка? Не смотри. Да. Сади. Да. Мы должны обсудить твой день рождения. Зинуля, я долго дома. Я хотел тебе сказать, но только мои друзья, товарищи, скинулись мне на подарок. Они хотят мне новые коврики. Коврики? Мою ласточку. Лучше бы нам в дом коврики купили. А то уже третий год без ковриков. Вон, пустой, голый паркет. Наши копеечки, глубины наши. У нас будут здесь махровые ковры. Пусть будет нормально все. Даже что ты меня трогаешь? Я не разрешал. Я хотел. Я тебе говорю, вот видел? Кто у нас? Не надо. Зин, у нас будет ребенок. Нас будет трое. Ты что, только что узнал? Зина, я не готов. Филипп, ты знаешь? Филипп. Зина, у меня есть... Филипп. Зина, у меня работа. Зина, я... Работа? Не... Я поменьше. У меня вера. Я поменьше. У меня вера, понимаешь? Yes. Это посерьезнее, чем работа. За тебя, Филипп. Я буду следить за вашим новостью. Ну, Филипп. Филиппушечка. Ну, держись. Экшен, мотор. Как вы познакомились с Филиппом? Благодаря сайту Drive.ru и Лейке. Ну, первый раз с Филиппом я познакомился на Драйве. Более подробно уже, соответственно, в группе в WhatsApp. Сидеть. Сидеть. Что, Маша? Да. Где ты был? Ну, с этого. Где ты был? На камеру? Да. Вот рукой машу. Где ты был? Я с Филиппом катался. Кто такой Филипп? Филипп очень хороший молодой человек. А где вы с ним познакомились-то? Я с ним на Драйве познакомился. Он там себе рейтинг не попикал. Но ничего, пацан поднимется. Мы его пофоткали, там шаурму просунули администратором. Там все нормально будет. А как вы думаете, ласково называют Филиппа его девушка? Стопудово Филиппок. Филиппок. А как думает кошка? Кошка думает так же. Филиппок. Ок. Товарищи, а как вы думаете, как ласково называть Филиппа девушка? Филипп! Да, Зинаида, Зинаида, да. Чем ты занимаешься? Я работаю, Зина, работаем мы с ребятами. С работы, с медали. Тихо! Руки! Руки! Мы с Виталий. Каким Виталий? Где он? Проект инженерный. Где Виталий? Ушел Виталий. Люда, Зина, прости. У нас просто закончился депозит. Он ушел. Ушел, да? Зина, я как обычно оплошал. Я понимаю, что ты ждешь от меня каких-то. Хватит этих разговоров. Ответь мне на один вопрос. Да, Зина, разумчик. Сколько тебе лет исполняется? Мне? Сколько? Много мне, Зина, уже. Ты все пропил. А, сколько? 30 дней. Сколько цать? Ты сказал цать? Ты меня обозвал сейчас? Зиночка, 30 дней. Ты меня сейчас обозвал? Зина, мне 30. Я не понял, ты сейчас обозвал? Нет, я ничего не хотел сказать. Я не трогал. Я просто, понимаешь, я под каблучком. Ты сейчас под животником будешь, ясно? Я понимаю. Все. Мы с ребятами. Через полчаса вернусь. Людочка, Зин, подожди, у нас есть Wi-Fi? Какая Людочка? Какая Людочка? Какая Людочка? Какая Людочка? Филиппок, ты подключил триколор. Да. Нет. Дорогая, с работы. На Филиппок. Конечно. Подключил, скоро рожаю. Мне нужны сериалы. Дорогая, не могу, у меня сануя. На Филиппушечка, подключи триколор. Ласково Филиппа называет девушка Филя. Так, с каким фруктом у вас ассоциируется Филипп? По-любому грецкий орех. Грецкий орех? Да. Парень камень. Так. Любимый фрукт апельсин. Не знаю почему, не спрашивайте даже.
за фрукт такой, Филипп? А что это за фрукт такой, Филипп? Филипп – это крепкий, сладкий арбуз. Зеленый такой, розовенький такой. Арбузик. Нормал. А сколько лет исполняется Филиппу? 28, наверное. А может быть, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. А сколько ему лет-то, а? Лет-то ему очень много, но в душе он молодой пацан, да. Точно? Отвечаю. Смотри меня. Шаурмой клянусь. А на чем ездит Филипп? Филипп ездит на ракете, причем так вот. Летает. Ездит Филипп, соответственно, на BMW. 135-й Ай. А на чем-то он ездит или чё как? BMW. Копеечка. Белли. Белли копейка. Белли то, что надо. Как вы думаете, на чем же ездит Филипп? Я вот тебе помнишь, Коль, говорил, что на BMW одни мудаки ездят, блять. Ну, я не имел в виду братву как раз, блять. Потому что братва это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь. Хуярят, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. Наконец нашли то, за что наш Филипп последние полгода боролся, отдал сердце и душу. Вот она, ласточка. А какое, по вашему мнению, лучшее достижение Филиппа? Я думаю, что на данный момент это учеба в охреневшем блатном университете в Пиндосии. Ну а чего достиг Филипп? Филипп достиг многого в своей жизни и за свои годы. Открыл шаурмушную, чебуречную. Заработал на BMW, наверное, на BMW, на копейку, конечно. Только так, около сельхоза тут рядом. Нормально. Так, а любимое блюдо Филиппа? Пум-пум-пум-пум-пум. Не знаю. Пока не знаю, но я думаю, что с 15 июня это пивас и сосисоны. Угу. И картофельный салат немецкий. Ам-нам-нам. А чем мы угощать Филиппа-то будем? Ну, я думаю, шашлик-машлик приготовим. Фруктики-муктики там на гриле поджарим. Ну и водочку с виничком там. Чем, по вашему мнению, занимается Филипп в свободное время? Ну, я думаю, что Фил... Он человек спортивный, образованный. У него есть много всяких, так сказать, интересов. Автомобиль, конечно же, это у него в почете. Вот. Но я также думаю, что Филипп может заниматься спортом. Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный! А голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь, я правду, Вань. Чем занимается в свободное время? Играет в футбол, любит смотреть футбол. Потом... Так... Дрифтит вместе с Лейкой на парковке. Он же на Кубани живет. Да. Там, типа... А чем занимается Филипп? Ну, Филипп, он мне как-то говорил, что он семечки-мемечки возит, арбузы-марбузы, мандарины. Ну, вот так вот и зарабатывает, в принципе. На Кубани так. На Кубани. О чем мечтает Филипп? Об М3, большом доме, куче детей, бабок, и чтобы все были здоровы. Мир и мир. Мир и мир. Как вы думаете, о чем мечтает Филипп? Вы знаете, я думаю, что Филипп мечтает вернуться хотя бы на секундочку в детство. Поесть этих сладких мандаринов. Воду что-то пойти можно? Да, деньги отправили. С воды запах. Вот. Мне кажется, что
Его мечта связана с детской площадкой, с теми лучами солнца, которые ярко освещали его детство, вот эти игрушки, вот эта искренность. Как этого не хватает в нашем греховном таком мире? А он о чем-то мечтает, а вообще? Филипп, конечно, мечтает о красивой жизни на высокой-высокой горе. Там, в Джубби, недалеко, рядышком совсем. Да, Фил, у тебя сегодня день рождения. Но прежде чем, чтобы поздравить тебя, я хочу поделиться с тобой своей радостью. Я наконец-то покрасил машину. Вот, она действительно желтая, да. Но этот цвет не похож на остальные цвета, потому что этот цвет, он как бы не напоминает мне лично такси. Несмотря на то, что я получил, действительно, я получил бесплатную лицензию на такси. Вот, да, теперь я спокойно могу зарабатывать на жизнь. Вот, то есть как бы двух зайцев убил сразу. Вот, нет, я, конечно, люблю животных, но ты понимаешь, о чем я. Итак, переходим к поздравлениям. Так, и что бы вы пожелали Филиппу? Филиппу. Навсегда оставаться таким же клёвым чувачком. И чтобы всё, что он хотел, не сбывалось. С днём рождения, Фил. С днём рождения! Фил, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе счастья, удачи, успехов во всём. Побольше денег. С машиной, чтобы всегда всё было хорошо. И много-много всего хорошего. И чтобы Манчестер всегда побеждал. Или мы уже говорили, да, я мечтаю. Фу. Там как-то дурно. Ну, а пожелаем мы тебе, друг наш, счастья, здоровья, брат. Будь молодцом. Кушай холодец. Машина пусть радует. Машина пусть радует, пусть ездит, пыхтит, пух-пух-пух. Чтобы коробка тык-тык-тык. Чтобы мерседесы. Но самое главное, счастье, здоровье, всего самого лучшего. Любви, здоровья, чтобы ты поскорее сдал диплом и поехал с нами в Мюнхен есть сосиски, пить пиво, смотреть, как Вика. Смотреть, как Витя и Джами знакомятся с мюнхенскими девочками. А мы будем это все фотографировать, гулять, пить. Вот. В общем, давай, Фил, оставайся таким же молодым, красивым, умным, талантливым, задорным. Немножко сумасшедшим в плане тюнинга, чтобы всегда хватало денег. На тюнинг, на цветы, на конфеты для любимых дам. Да. Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Как мы познакомились с Филом? Да мы, собственно говоря, особо-то с ним и не знакомы. Но чувствуем, что он отличный парень. Думаю, что еще и выпьем, и закусим. С днем рождения, чувак! Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. Да быстрее, я уже задолбался в этом ходить. Готов я, готов.